Всем доброе утречко. Я встала. Моя нога. Вот Лёшенька спит. Лёша, как тебе, хорошо? Mm-hmm. Ну сейчас что-то это самое слишком жарко стало. Я пошла, открыла эту шатер. Прям что-то жарко стало. Я сегодня спала вот верблюжьим одеялом. Мне стало жарко, я вот так вот откинула. У меня то еще завалилось. И спала вот под одним одеялом, которое здесь было. И очень классно, знаете, высовываешь ногу. Или голову из-под одеяла. И прохладненько, и так приятно. Так Байкал еще шумит. Короче, было просто волшебно. Спалось. Очень классно. Вот я сейчас встала. И охота мне в туалет идти. Вставать неохота. Я уже так сладко спит, время уже 10:30. Завтра до 11 надо идти, умываться. В Байкале такие волны. Вообще просто. Ой, здесь, конечно, с удовольствием бы еще бы на день остаться. Вообще бы было бы супер. Смотрите, какие волны на Байкале. Просто охота выспаться после Доталова и не бежать на завтра. Смотрите, какие волны. Можно было позавтракать и спать лечь. Было бы вообще шикарно. Да, Лёш? Угу. Вообще идеально просто. Тут, представляете, в 6:40 дети бегали. Я была вообще в шоке была, конечно. Вот тут вот, по нашему настилу ребенок бегал. Я тень увидела голову. Лёша смотрит, 6:40. Он говорит, ты чё, 6:40, кого делать-то? Кому-то, видимо, не спится, ему в туалет ходили. Ой, ну, конечно, красиво, скажите. Просто бомбита. Ой, как печет-то вообще. Может, пойти искупаться, что ли? Прям не знаю. Чтобы запомнилось. Лёшенька, вставай. Я пошла умываться в туалет. Может быть, рискну искупаться. Значит, никого нету там. Такие волны, конечно, сумасшедшие. Мы когда приехали, вчера не было никаких волн. Прям волны прям. Ой, так классно спалось, прям супер. Все, я уже умылась. Сейчас я вам покажусь. Такое дикое желание пойти искупаться. Пойти искупаться мне. Теплый вообще. Скоро на 10:30. Так жарко. Просто капец. Плохо спи. Покрывательство высохло уже, наверное. Смешно, что-то никого нет купающегося. Он не хочет ходить покупаться. Ладно, пойду купальник, конечно, одену. Или пойти проверить сначала воду. Конечно, удобно по лестнице идти. Очень даже. Никого нету. Что такое-то? Вечером никого не было, уже походила. Сейчас что-то никого. Ой, вода шикарно. Вон на досках катаются. Ой, как классно. Никого нет купающегося, никого. А я хочу купаться очень сильно.
Надо снимать тапки. Что-то там грязненько что-то. Байкал какой-то сегодня неспокойный. Все водоросли поднялись что-то. Ой, ну холодный, конечно, холодный. Маленечко по пижамах залезть. Или мне просто кажется. Ай, как холодно. Холодный, холодный. Ой, какой ты холодный. И, конечно, это не море. Ноги сводит, поэтому никого нет. Хорошо. Бумажки плавают. Пойду-ка я купальничек-то одену. Я, наверное, пойду купаться. Не охота. Попробую хотя бы. Меня, конечно, красные. 11-го мы идем на завтрак всем. Я переоделась, скупалась, так свежо. Конечно, холодновасенько купаться. Тут дом нормально будет? Не знаю, может быть. Все замок. Что, после завтрака будем делать? Будем вещи стаскивать? Или что? Ну, сейчас не будем мы решили на балконе, на веранде, на веранде. Веранда же называется. На веранде.
водопад сверху. Холодновато здесь сидеть. Нормально, мне нравится. Холодновато там купаться было. Тут тепло, жара, может сказать, Ташкент. Короче, сейчас подошел официант, ну как официант, официант, администратор в одном лице. А, ну и охранник еще в одном лице. Говорит, извините, вот возьмите меню. Я такая, так мы вчера заказывали. А он такой, а, извините, а вот это, вот это, вот это? Я говорю, ну да. Он говорит, извините, сырников нет. Блин, мой белок обломился. Короче, сюда у них напряг, поэтому, ребята, берите еду свою. Вообще всю. На завтрак и на обед, да? Можно яичницу самим сделать, да, в принципе. Взяли с собой горелку, да, сковородку. Вообще красота будет. Так что только жилье норм, атмосфера норм, еда троечка, к сожалению. Не могу лучше поставить пока. Может справиться, конечно, но пока не могу лучше. Разочарование пока. Принесли рисовую кашу с маслом. Бекон и сосиски. Сосиски две штуки. Это сосиска две штуки называется? Леша, это же одна штука. Сосиска. Блин, две. Ребята, берите еду с собой. Тут это называется две сосиски. По-моему, здесь половинка. Как это две сосиски? Там написано две сосиски. Короче, пипец. Ну вот две. Ну вот тогда. А как бы не придерешься, да? Две же. Лапа хоть заказала, хоть что-то кайфану сейчас. С хлеба еще принесу. Сосиски тут две. Буду есть с хлебом. Вид красивый, конечно, сайт. Артема в лагере. Че? Артема в лагере? Там не пускают лагерь. На территорию заходить-то нельзя, наверное. Я кашу съела уже, Леша доедает. Каша, кстати, очень вкусная, мне понравилась. Очень даже вкусненькая. Молодцы, кашу умеют готовить. Сосиски уже замерзли, Дима хлеб. Хлеб попросил сосиска. Сейчас принесу. Хлеб бородинский принесли. Или украинский, как он называется. Два кусочка. Ну, сейчас сосиску поем с хлебом нормально, хоть наемся. Ну вот, круассанов у них тоже нету. Вернее, они есть. Я посмотрела, они какие-то маленькие. То ли из пачки. Нет, ну они говорят, сахарной пудрой посыпают. Скорее всего, сами пекут, но они маленькие. Я поэтому сказала, давайте лучше блины. Не знаю, что там за круассаны, сюрприз, поэтому лучше блины наверняка. С сгущенкой. В принципе-то мы наелись, конечно. Вот вы мне теперь напишите. Да я такая вредная? Или я просто придираюсь? Серьезно, придираюсь, вредная я? Или должно быть по-человечески, как я говорю? Напишите. Так, все, зашла я в свою каюту, ладно, шучу, палатку. Сейчас Лёшка придет, будем чай пить. Надо бы, наверное, кружечки потисполоснуть. Да, наверное, точно. Так сделаю. Фрукты у нас есть еще. Эти сухарики остались, орешки. Все съели, что с собой привезла, все слопали. Ну, в принципе, мне кого там везли с собой. Фрукты. Вот. Конечно, в целом задумка классная. То есть, эти палатки. Кстати, посмотрели, сколько такие палатки стоят. Вчера ночью смотрели. 170 где-то тысяч рублей вот такая вот одна палатка стоит для глэмпинга. Да, ну просто это мелочь, вот эти всякие дизайнерские вот эти штучки, шкафчик туда-сюда, полотенце и так далее. Задумка все так вот сделана классно, да, то что здесь настил деревянный, вот этот вид теплый Байкал, ну вчера был теплый, сегодня чуть холодно, вот. Это все задумка вообще шикарная, конечно. То, что вот это все. Но с кухней, конечно, я надеюсь, что они справятся, потому что иначе будет беда. Со своей едой, как бы, знаете, приезжать и готовить, хочется как бы нормально, в общем, кушать. Вот. Не с одноразовой посуды, конечно, не моешь посуду. Здесь плюс обычно на Байкала готовишь, потом моешь посуду с собой. Тут, конечно же, это с тобой убирают. Вот. Моют и так далее. И фоточки можно классно сделать, инстаграмные, да. Потому что посуда не одноразовая. Такие стаканы стеклянные и так далее. Вот латы видели в красивом стакане.
Вот, это все, конечно, круто. Такого я не знаю. Здесь у нас где-нибудь есть, так еще нет. Может быть, где-то есть, но я не в курсе. Кто знает, напишите какие-нибудь еще рестораны. Вот, но то, что здесь спалось, классно, это факт. Прям чудесно спалось. Очень хорошо прям. Прям класс. Спится, конечно, шикарно. Я бы сейчас с удовольствием вот, заночевала еще бы две ночи. Вот, правда. Даже пофигу здесь со своей едой, но было бы классно. Вот, просто вот. Живется здесь отлично. Мне нравится. Все отлично. И пол можно подогреть. Сразу становится тепло в палатке. Мы вчера подогрели перед сном, а потом легли, так жарко стало. Отключили вообще пол. И вот никто не залетал мне, никто не кусал. Но ночью, вечером комары покусали мне ноги и руки. Я потом побрызгала, и потом они куда-то исчезли вообще. Их, ну, то есть вообще не было комаров. Так что вот такие дела. Но все портит ресторан. Вот. Все впечатления. То говорят одно, надеешься на одно, не приносит. Ну, как бы, не знаю, напишите. Придираюсь я или так правильно я говорю? В общем, напишите. Вот такие дела. Ну, конечно, надо, наверное, чай попить. Пошла, наверное, кушки помою. И сядем с Лёшкой чай попьем. У нас еще на верандочке время еще 11. Через час нам выселяться. Ну, в принципе, тут нести нечего, тут две сумки, все. Можно номер сдавать. Вот, можно поваляться хотя бы маленечко еще. Потом можно номер сдать. Вот, не знаю, Байкал побудем. Ой, у меня такие смешки, кажется, свет плохой. Ой. Не знаю, на Байкал пойдем, а не пойдет. Что-то по уходу я больше купаться-то точно не буду. Что-то Байкал неспокойный, вся снизу трава какая-то поднялась, мусор какой-то плавает. Что-то сегодня он неспокойный. В непогоде, видимо, сегодня дождь будет. Сын, один бы, блядь. Ну, кот, пожалуйста. А что другого здесь? Ну, чай. А какой чай? Ну, как бы разный, там какой надо. Зеленый нет. Ну, зеленый нет, закончится. Зеленый закончится ставки. Черный дуэт. Кенийский остался, рыбы там какой-то. К сожалению, только один рыбыш девушки, что ли. Ну, хватит, как бы рыбыш один остался. Может, вам черный, девушки, рыбыш, давайте поменяемся. Давайте поменяемся. Вот вам черный, пожалуйста. Тебе рыбыш. Давайте девушки черные подсунем. Да, да. Давайте девушки черные, вам рыбыш. Спасибо. Да. А сколько стоит? 500 рублей. Спасибо. Вас что, спаете, остались вот недоели. Будете есть? Будем. Маленечко это как-то. Еще чипсы были. А сыр есть? Сыр у меня есть, уже не закончился. Сколько спаете стоит? 250. Больше нет, все закончилось. Yes. И дайте объект. У нас еще 2500 рублей. Спасибо. Mm-hmm. Ну, реально, мы с тобой все съели, ничего не осталось. А, вода у нас есть. Байкальская будете? Mm-hmm. Вообще валом в огонь. Можем еще с вами прицеп вам присягнуть, можете домой везти. Бесплатно залезть. И холодная вода, и дофига. Хотите? Можно вас еще покупать, Валя, придите. Лицо воду можем окунуть в сервис. Негазированная. Байкальская, да? Ну-ка, давайте попробуем. Вот этот, она прикол был, наверное. Мы кашутаировали все. Мы просто постебались маленько. Все, расставила. Ага. И вот такой аккумулятор был холодный. Ну, кстати, вчера хватило, вода холодная была. Так, все, все.
сделал ребенку, мы шоколадки ели. Голодный. Он же такой. Вот это вот байкальская вода есть. Такая вода у нас прозрачная, классная. За нее вы должны платить больше, чем положено. Байкальская вода. Там не кухры-мухры. Пошли чай пить. Ладно, хоть зарядки эти. Можно телефоны зарядить вообще, плюс, да? В условиях так бы с пауэрбанком бегала бы. Это хорошо, конечно. Условия проживания меня устраивают полностью. То есть было тепло. Комары только сожрали, но то они потом разлетелись. Да? Угу. Еще как бы проживание супер. Себе напряг по этому веду, пока берите свою, повезет позавтракать, дай бог. Да? Все равно накормишь, как бы голодными останетесь. Но если вы рассчитываете на что-то, что вы хотите поесть, то возможно вас обломит. Как у нас вчера. Ни пиццы, ни шашлыков, ни пива. Пиво у нас появилось, в магазин ездили. Мы ездили в магазин, тоже купил пиво для бутылочки. И я себе брала женские штучки. Я не рассказываю подробности. Знаю, как там. Вот так. Здесь это три тачки. Вода в бутылках есть, в бутылке, да? Угу. Сок. Сок еще купил. Бутылки сок. Бутылки сок. Ну и все. Так-то чайник, считай, есть, да? Все угу. Есть, как бы графин даже есть обычно. Столики удобные вот эти. Комфорт цены. С одноразовой посудой не пахло больше всего. Не знаю, как в других больших городах. На море, например. Какие цены. Из-за того, что здесь это единица, да, предлагают, поэтому такие цены взяли. Не знаю. 7500 четвером нормально, да? Угу. Человек получается 2500. Угу. Или сколько? 2500, 2500, 2500 получается. 7500 на троих 2500. По 2500 на троих. Вместимость здесь 4 человека будет запустить. Ну, на этой кровати сколько человек не надо, да? Mm-hmm. Там два, ну, не знаю, тут селится бы, в одной кровати по два, потом спать будет. Мама с папой за ребенка? Да. Mm-hmm. Еще меня расстроило то, что я забронировала, главное, с одной кровати бы принесли, но он остался, так сказать, один клиентом. Из двумя кровати, мне не сказали. Это значит, может быть, приехал, выбрал с одной кровати, не знаю почему. Сразу расстроила, конечно, расстроилась. Ну, а потом думаю, пофиг. Какая разница-то? Здесь спать, да? Потом тем другому не мешает, потом плюс, потом не пинается. Сегодня, кстати, прохладненько, да? Не любо. Я хотела рассказать еще. Ничего не дубок, нормально. Нет, потому что ты сидишь в штанах, в куртке, ему холодно. Давай мне тоже чай сварили, что ли? Голубушный, пожалуйста. Есть у вас? Ладно, шучу. Я вчера ходила в этот... в душ. Там три кабинки. Пошла в самую дальнюю. Все равно, что она более такая чистая. Первый дух, видимо, уже мылись. Первые три тряпка отлежит. Ну, люди, знаете, тоже неаккуратно так моются. И волосы за себя накидали там. Ну, зашла в третью кабинку, думаю, все, зашла, смотрю, чистенько, супер. Включаю воду, блин, но воды нет вообще никакой. Думаю, блин, неужели я поздно пришла? Думаю, воду отрубили, наверное. Потом захожу во вторую кабинку. Не кабинку, там, комнатку, душевую. Все, вода пошла, думаю, слава богу, хоть помоюсь. Ну, я сполоснулась так, все равно. Жарко было вечером.
отдохнула себе. Вот. Весь накопившийся день энергии. Получается, вместимость палатки. Что меня брат спрашивал, может, кому тоже интересно. Вместимость палатки до 4 человек. У нас здесь вместимость, получается, 2 кровати полуторки, да, ну, не знаю. Мы сказали, еще у них есть док-место, они могут туда ставить раскладушку. Но вот за док-место доплачиваете 1500 рублей. Вот 1500 рублей входит постельное белье, полотенце, халат, тапочки. Кстати, тапочек не было здесь у нас. Одноразовых. И один халат свой сел у нас. Не знаю, ну какой липкий начинается. Не нравится это? Ну, дай договорю. Вот, значит... Лежать спать. Да я хочу да, рассказать, что ты лежать спать. Нет, ты же не будешь так 3 дня лежать спать. Я вот, допустим, вот покупалась, там, чай попила. Мне вот сейчас бы я вот осталась, я пошла бы гулять по лесу, там, куда-нибудь пошла бы. Мне бы интересно было посмотреть. Ну, давай так заедем, гуляем по лесу. Все, ладно, дай договорю. Значит, дальше расскажу. Подожди, дальше расскажу. Потом, значит, у них есть еще, получается, двуспальные кровати с диваном. Да, то есть еще могут предоставить вам спальное место, пусть опять будет доплачивать 1500 рублей. То есть, если вы не хотите доплачивать, то есть берете свое постельное белье, полотенце и так далее. Они так сказали. В принципе, здесь, мне кажется, с собой матрас можешь скинуть спокойно. Четвером здесь можно заместиться, как бы больше тут друг друга дышать не вариант. Здесь у нас соседи, здесь пара, 3 человека. Здесь вот тоже 4 с ребенком. Там пара семейная и ребенок. Да? Планировка машины. Ну вот, может быть, хозяева в Кутяне, я не в курсе. Кстати, мы сейчас шли с Лёшкой, разговаривали, у нас, не у нас, вернее, в Иркутске тоже есть глэмпинг, по-моему, где-то около Листвянки. Особо я, где-то, короче, далеко, в общем, в Иркутске где-то. Кстати, камеры висят, я говорю, это камера или это свет, Лёш? Mm-hmm. Там свет или камера? Всё-таки. Камера? Камера? Ну, вообще не знаю. И там тоже глэмпинг есть в Иркутске. Тоже вот в лесочке. Может, один хозяин? Все-таки. Но жить здесь классно. Вот. Насчет проживания мне вот понравилось. Ему не нравится. Проживание не нравится? Или вид отдыха такой нравится? Что тебе не понравилось? Вид отдыха сидеть, чай пить, есть. Так мы кого ели-то там? Такое тоже иногда полезно. Все же в воздухе. Адреналин. Ну, с твоей ногой только адреналин вчера дошли, ты говоришь, все, мне нога заболела. Адреналину захотел. Он семейная пара. В домике за 15 000. Своя кухня, там готовит, наверное. Не, ну неохота ехать опять готовить что-то. Блин. Хочется просто отдохнуть. Вот иногда такое хочется просто приехать и кайфануть. Да? Не знаю, мы в Сочи не были. Мне с чем сравнивать, если честно. Я не знаю, как там, ну, в других городах. Ну, сидишь на пляже, как ты вчера сидел, и все. Тут народу, тысячу раз больше. Вот, я не люблю, когда много народу, а здесь нету народу, мне нравится. Ну, так, люди есть, но как бы не на дорожку там сидят, мне нравится такое, что есть народ, ну, как бы немного, и это нормально. Мне нравится. Ну, и пахнет вода, здесь классно. Вода теплая. Здесь вот, кстати, в лес заходишь, багульником пахнет. Подходишь к Байкалу, пахнет рыбой. Поворачиваешь голову к лесу и пахнет соснами. Угу. Да? Есть такое? Угу. В общем, вот этот эффект мне нравится. Прикольно. Ну и спать классно. Спать классно. Шум такой классный от волн. Ногу высовываешь, холодно, раз, потом сразу вовнутрь залез. Это прикольно. Потом подут, уже стало жарко прям. Вот сейчас самое то поваляться бы еще. Сейчас бы еще поваляться часа 2. Там погулять. Но это все 2 дня, мне кажется, уже много. 3. Просто валяться скучно. Да? Угу. Ну вот сейчас бы поваляться. Либо проспать до 2 можно было здесь. Такой воздух классный. А потом покушать. Надо было с собой еду брать. Было бы тогда вообще конфетка просто. Что-то с едой проблемы. Ну как бы она есть, но... Короче, как сказать. Нет, мужику, извините, курица 5 кусочков и овощные овощи. Там вот столько. Ну что это? Хотел шашлык поесть, мясо. Ладно, карбонару заказал вчера. Так голодно остался он. Я не знаю. Я смотрю, тут люди так посматривают на нас. Особенно меня с селфи-палкой. Смотрю, они уже меня пародируют, ходят по
показываешь, типа девушка сама себе снимает. Потому что есть все фото, на самом деле я блогер. У меня селфи-палка из рук вообще не уходит. Я постоянно с ней хожу. Туда пошла, я с собой взяла. Сортир пошла. Сортир только не брала, только вначале. Кстати, сейчас уже грязненько стало в туалете. Мы когда приехали, была идеальная чистота. Сейчас уже люди как натаскали, видимо. Хотя сегодня вторник, да? А людей дофига. Ну, кстати, накрасить, наверное. Показывал детальки-то здесь у мальчиков. Мальчик висит, у девочка. Девочка. А, девочка. А, так потешно, подвешили. А у мальчика такой вот мальчик. Привела себя в порядок. Мы уже все, сдали свой глэмпинг. Тут напротив туалета еще один глэмпинг. Тут как раз диванчик и кровать. Пошлите, я поснимаю, там мы, по-моему, съехали. Пошлите-ка. Надеюсь, что... Прикольно. Никого нет уже. Все съехали. Здесь диванчик вот такой. Они, кстати, пиццу ели. Ха-ха-ха. Тоже винишко пили. Вот диванчик. Раскладывается. Кстати, мне кажется, на двоих его можно использовать. Людей. Два человека спокойно. Поэтому, говорят, вместимость до 4. Где еще ковер? И обогреватель еще есть. Такая вот ваза. Прикольно. Вот они пиццу ели, оказывается, нашу. Ну, хотя, может быть, они продали им пиццу нашу, не знаю, которую мы хотели. Это под вопросом.